Мы открываем этим фестивалем дни, посвященные Дню города, и посвящаем этот фестиваль нашим семьям, нашим близким. Впереди 1 сентября, впереди школа. Кто-то пойдет в школу, кто-то в детский сад. И вот последние летние деньки сегодня нам Господь послал такую хорошую погоду. Я всех вас хочу поздравить с нашим фестивалем, с нашим праздником. Специалисты Кроста вдохновляются не легкостью и простотой, а возможностью создать нечто выдающееся. Проекты Крост отличаются высокими стандартами, яркой индивидуальностью и дарят людям счастье. И сегодня, конечно, они нам тоже приготовили много всего интересного, что именно вы узнаете в ходе дня. Инфраструктура заинтересовалась, то, что близко к Москве, к работе, то есть подъезд, дорог и так далее. То есть хочется все-таки быть поближе к центру, вот, потому что работаем в Москве. Вот. Ну и квартира, конечно, хочется свое, а съехать от родителей, вот, чтобы у ребенка была своя комната. И у нас было пространство. Мне понравилось, что там детский сад, школа, то есть все в шаговой доступности, потому что ребенок идет в школу, то есть хочется, чтобы не переходил дорогу, чтобы был в безопасности, и я за него не беспокоилась.